Хочешь, поедем быстрее. Ты что, смеешься? С этой кучей дебилов-водителей? Ты аварию хочешь устроить? Козел! В следующий раз прибавь газу. Я так и знала. Ты даже врезаться толком не можешь. Частям. Угон со взломом в салоне Саускорт. 4 машины выставлены на аукцион, угнаны. Это Левин и Дайсон на связи. Почему опять мы? Благотворительность, Левин. Полицейская. Не обращайте внимания. Вызов принят. На что мы с тобой подписались, Гэб? Это благотворительность. Глянь на карту. Мы на другом конце города. Точно. Ладно. Пусть другие этим займутся. Что я тут до сих пор торчу? Чтобы найти эту тачку, мне надо как следует осмотреться на улицах города. Кто такие? Марсель, соберись и тормози! У меня другие планы, Мак. Я Рауль! Эй, просто отдай им машину! Нам за это и платят! Ты идиот, Марсель! Почему они вообще тебя наняли? Если эта тачка развалится, нам с нее проку не будет. О, ты перепутал. Нет. Мы угнали ее с аукциона, Марсель. И продаем другому. Ура! Марсель, я тебе морду расквашу. Черт, нельзя бить эту тачку. Я знаю! Давай, старушка, не упрямься. Дай загнать тебя в грузовик. Забудь об этом, Марсель. Отдай машину хорошим людям, которые платят. Время не ждет. Одна на месте. Одинокий грабитель, да? Прости, приятель. Моя цель важнее.
Соберись, Джо. Если я не успею загнать эти тачки в полицейские грузовики, они не поспеют на аукцион. Второе доброе дело за день. Что ты сделал с тачкой? Ее теперь только на свалку. Что я сделал? Это ты виноват. Я тебе говорил, вали из города, но тебе надо было взять на понт братву. Старушка, еще ничего. Сколько можно громить эту тачку? Доставить на место еще одну краденую тачку, и мир станет лучше. Классная тачка. А теперь отгоним ее. Каждая царапина — это прощание с несколькими тысячами баксов. Спокойствие. Кто сказал, что благотворительность — это скучно?